День добрый, панству. В польском языке порядок слов близок к украинскому и русскому языку, и мы можем менять его в зависимости от того, на какое слово мы хотим поставить логическое ударение. Например, рассмотрим с вами предложение. На снедание он звикле пие хербати. На завтрак он обычно пьет чай. Или же мы можем поменять порядок слов в данном предложении и сказать следующим образом. Звикле на снедание он пие хербати. Обычно на завтрак он пьет чай. И рассмотрим с вами еще один пример. Вечером она любит спацировать с приятелями, вечером она любит гулять с друзьями, или же она любит спацировать вечером с приятелями. В польском языке существуют аналогичные ситуации построения предложения, и более подробно об этом вы можете узнать на наших занятиях по польскому языку в Евростадии.